Дача, не дают Касильесу выйти. И гол! На сей раз защита. На сей раз никакого офсайда быть не может. И, честно говоря, вот не скажешь прям, что вот к этому дело шло. Но удивляться этому не приходится. А Дурис забивает гол. Вот такое начало. Ну, впрочем, как мы помним, Реалу и Осасуна первого забила. Забить Реалу один гол — это не то, что полдела. Это вообще еще не дело. Здесь, во-первых, не разобрались Гранера с Касильесом. Мяч летел прямо в руки вратарю. То ли Касильес не сориентировался, то ли не скомандовал. Ну, кстати, Гранера выбил мяч из-под рук у собственного вратаря. И вот чем все закончилось. Отскочил мяч прямо на игрока Мальорки. Просто конкретно на Виктора. И Виктор сбросил мяч в центр уже вратарской Адурису. 1-0. Мальорка выходит вперед. Теперь диагональ от Рамоса. И гол! И гол! Криштиану Роналду сравнивает счет. И это гол какой-то совершенно фантастический. Это просто что-то. Во-первых, диагональ Серхио Рамоса. Ну и как Роналду умудрился этот мяч все-таки отправить в ворота. 23-й гол в чемпионате. Ровно четверть всех голов Реала он забил. 1-1. Да, Рамоса надо поздравлять. Это фантастическая передача. Дуду, а Дуду, конечно, здесь запоздал. Раньше надо было выходить. Видимо, надеялся, что, может быть, не успеет Роналду. Роналду успел и перебросил мяч через вратаря. Ну, немножко ему повезло, но в данном случае повезло заслуженно. Вот смотрите, чуть пораньше стоило Дуду выйти. У него было время, мы это видели. Он рванулся, потом немножечко задержал сам себя. И вот этого как раз ему и не хватило. Ну, вот и один. Вот Кака. Перевод направо. Рамос. Мягкий навес. Прекрасно. И гол. Но похоже, он защита. Криштиану Роналду делает дубль. Его не остановить. 2-0. И опять обратите внимание, какую великолепную передачу в штрафную сделал Рамос. Резаную диагональ. И все защитники Мальорки не смогли, шалтая-болтая, собрать. 24-й гол Криштиану Роналду. Вновь дубль. Важнейшие мячи он забивает. Вот она, прекрасная передача Рамоса. И здесь, конечно, Хасеми выбросился. Ну и здесь не помог уже и Дуду, и выбить мяч не смог Рубен. Вроде мяч-то далековато, да, Роналду отпустил, но все равно хватило ему скорости и проворства. 2-1. Криштиану Роналду забивает свой 4-й гол в 2 матчах. Роналду. Пошла страховка хоть какая-то. Не, ну тут не должны его пустить, однако ж 3-й гол чертяга все-таки забивает. 3-1 в пользу Реала. Хет-трик Криштиану Роналду. Ну тут ему, конечно, повезло. Их обыгрывать, ну никак, но тут уж защитники Мальорки, конечно, такого тройного дурака сваляли, что и говорить не приходится. Как так вышло, непонятно. Довольны все, ну, честно говоря, удивляться не приходится. Роналду сегодня невероятно хорош, но это вот расхваленный мною до матча Нуньеш так мяч выбивал, что вывел Роналду 1-1, а вариантов, что он тут не забьет, по-моему, не было вообще никаких. Ставки не принимались. 3-0 в пользу Реала. Ну, простите, 3-1, конечно. У Барселоны 93 очка, у Реала будет 92 через 10 минут. Валенсия имеет 68. Гути, шикарная передача. Игуаин! И гол! Вновь Гонсало Игуаин. Входит Криштиану Роналду в споре бомбарде. Изящнейший удар. Но мы знаем, что Игуаин такие вещи умеет и любит. Ну, тем более при счете 3-1 можно себе такое позволить. Может быть, при другом он сыграл бы понадежнее.
26-й гол Гонсало Игуаина в чемпионате. 51 на двоих. Разрезающий маслом пас Гути. Прямой, как... Не знаю уж даже что. Как жерть. Как прямая. И Гонсало Игуаин забивает четвертый мяч. 4-1 в пользу Реала. Реал со счетом 4-1 выигрывает у Мальорки. Хет-трик Криштиану Роналду. Гол Игуаину. У Мальорки забила Дурис. И продолжает гнаться за Барселону.